Всем привет, дорогие друзья. Шпакли на районе, Артурчик с прической и побритый в этот раз. У меня до сих пор продолжается болезнь на языке, поэтому я говорю как старый дед и все прочее. Всем привет. Мы продолжаем играть в игру под названием RDR 2. Это игрушка про ковбоев, если вы не знали. Да, и у нас, собственно говоря, в прошлой серии, как вы все помните, была такая тема, то что был план дачи по поводу того, чтобы съебаться. Но недавно появилась миссия СА. СА это Сэдди, а Сэдди это тёлка. А тёлка это пизда, а пизда её, конечно же, нужно выебать. Поэтому, естественно, для того, чтобы нам это сделать, нам нужно вместе с ней проникнуть на остров и освободить Джона, который находится сейчас под укрытием и находится в страже. Вот, в прошлой серии мы искали новое место, где пожить. Я думаю, что, скорее всего, так это Леопольд Страус, нам он пока не нужен. Мы уже это место нашли, мы его чуть-чуть освободили, но прежде чем переезжать, нам нужно забрать нашего друга из тюрьмы, который находится на острове. Поэтому мы сейчас едем к Сэдди и сейчас этим и займемся. Кстати, что там было написано? Сэдди просил вас встретиться с ней у Копперхеда Лединг, чтобы на лодке добраться до исправительной колонии Шишика и спасти Джона. Собственно говоря, мы сейчас этим и займемся. Пока что на паузу, пока что я еду и посмотрим, что у нас там будет. Надеюсь, это будет эпичная миссия с освобождением Джона. Где моя шпака? Да, кстати, под прошлой серией написали комментарий по поводу того, что за волк во сне. Оказывается, чтобы получить оленя, нужно помогать, типа, другим или что прочее. Там вот это, типа, нужно быть добрым. Мы как-то плохую карму сделали себе. То есть волк это, типа, плохая концовка, а олень это, типа, хорошая. На самом деле, я не знаю, что я плохого такого сделал. Я вроде ко всем хорошо относился, хотя хрен знает. Может быть, надо еще было помогать людям каким-то или что-то в этом духе. Ну, маленькие задания, но я этого не делал. Но, как говорится, какая концовка у меня есть, такая концовка у меня будет. Это честно, я думаю. Бля, что так проседает? Ну, хотя у нас в начале каждой серии всем проседает, потому что мир прогружается, скажем так. Давайте на паузу, еще долго бежать. Так, мы подъехали, тут довольно пустынная местность. Вот, видите. Бля, это та тёлка, которая убила тёлку раньше, да? Или это другая какая-то? А, или это жена Джона? Да, нам нужно потратить вместе, как-никак у нас это свиданка, типа. Поэтому мы не можем никого брать. Тем более, так реально могут обнаружить нас. Мы же будем спасать человека. Не надо никого брать. Нахуй вообще ехать, блядь? Это ей бытовуха надо заниматься. Так, ладно. Волки и весла больше. Так, давай, давай, давай. Сука, как плыть на этой... на этой хуйне. Лодка ебаная. Погоди, в какую сторону? Так, вроде крузимся, крузимся, отлично. А потом вперед надо. Блядь, а где перед у этой лодки? Хуй знает, короче. Поплыли давай. Как плыть-то, сука? Плывем? А, блять, я перепутал клавишу, все понятно. Я нажимал на S, типа. Ладно, плывем, все, давай. А, нет, назад, 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 назад. Я лодку перевернул случайно. Ну ладно, ничего, плывем. Давай, давай, давай. Она, походу, у нее нет ни конца, ни края, или что-то в этом духе. Ну, типа, нет ни переда, ни зада у этой лодки. Вот так вот. Так, ну что там, мы едем куда-нибудь или нет? На месте, блядь, топчемся. Давайте пока пропущу этот момент, потому что очень долго. Нам нужен экшон же нам нужен. Короче, блядь, я долбоёб. Я ехал задом, оказывается, задом, типа, это медленнее ехать. Я повернулся, нормально поехал, сейчас пропуск сцены идет, короче. А типа нас никто не видит, да? То, что мы подъехали. Там же как бы хорошо видно, вроде как. Всем похуй, да, действительно, почему бы... Посмотреть чисто налево, блядь, надо. Он только вперед смотрит. Пиздец, меня вот это так бесит. Вот нереалистичность копов. Нереалистичность. Так, доберитесь до караульной вышки. Давай, не будем усовываться, сука. Блядь, у меня, кстати, и хп мало, и энергии, и всего, блядь, мало. Заметите. Может, мне захавать что-нибудь? Давай-ка захавам консервированные ананасы. Самое время, сука, при миссии. Блядь, я просто перестал такую ситуацию. Чувак просто идет. Ну, ему там надо убивать, спасать какого-то этого, как его... друга или что-то там духе, а он, сука, ананасы жрет, пока идет туда. Действительно, почему бы нет?
Банку выкинул. Кстати, где банка? А, он наваляется вроде, да? Так, тихо, музыка поменялась. Огонь нельзя наводить. Надо как-то будет друга нашего спасти. Но мы за тёлкой будем идти. У нас у нее, как обычно, видок такой нормальненький, как видите. Плюс еще она знает, что делать. Сука. Поэтому давайте идем. Идем, 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 идем. Наверху, наверное, охранники, да? Нам нужно бесшумных убить. Ну, очевидно, блядь. Так, нам нужно устранить охранника. Все понятно, все. Давай так, мы с помощью ножичка, конечно же, убьем его, потому что, ну, как-никак, ближний бой, все дела. Так. Да, он так жопой стоит, да? Так, незаметно убийство. Хорош! Красавчик. Только нахуя нам наверх, блядь? Типа, что тут можно найти? Как, не ебануться бы только. Так, ладно, чувак умер, отлично. Нас тут никто не видит на вышке-то, да? Может, бинокль как-то используем, да? Да, вот бинокль наш любимый. Походу, один на всех и все за одного, типа, этот бинокль. Его используют то угодно. Вон там кто-то стоит. Только сейчас заспавнились пацаны вроде как. Бля, можно мне бинокль передать? Бля, в прицел смотреть? Ну ладно, возьмите винтовку, давай смотреть. Так. Стрелять будем? А, погоди, вот винтовка-то, бля. Чё я пью-то? Она шнайперская, краски. Да погоди ты, ё-моё. Кстати, проработана тема. Так, карабин. Поменять-то, да, все понятно, все. Найдите Джона. Давайте смотреть. Вот где-то здесь он будет. Вот он, да, вот этот. Отсюда, типа, убирать их? Устраните охранников. Ну, давай устраним. Раз. Хорош! Давайте, пацаны, бегите сюда! Они же должны видеть, откуда стреляют, блядь. А чё они, блядь, постали? Сука! Отсюда не видно. Кто? Обыщите поле. Понятно, понятно, понятно. Блять, ну ладно. Спускаемся. Бля, походу, не тех людей освободили. Но в любом случае, они нам могут помочь. Хотя куда? Они же боятся всего. Они, наверное, лодку нашу тебя спиздят, кстати. Да все, я иду, иду, иду. У меня булки не такие красивые, как у тебя. Не могу так быстро и бежать. Я как-никак мужчина в возрасте, блядь. У меня свои проблемы могут быть, если вы понимаете, о чем я. Давай, о, катсцена. Какие-то чуваки, блядь, тут. Блядь, а где он? Сука, откуда этот чел подошел? Может, блядь, не увидели его? По канонам пистолет. В жопу, конечно же, надо запихать кому-то. Вот Артурчик прямо вот по классике кино сзади, конечно же. Отлично, у нас есть нормальный чел. Да где он, сука, тебе сказали? Хорош. Ага, подойдите к тюрьме. Убивать-то будем его или нет? А, или это важная шишка? Он что, не мог её убить? Камон! Че за тема-то? Блять, почему? Это что, важная шишка какая-то, что ли? Почему все отпускают оружие? Вон чуваки бегут, нормально вообще. Бля, почему они не нападают? Они же могут убить меня. Сука! Прям в глаз попало. Нормальная тёлка, нормально. Бля, каждый раз буду ей восхищаться, потому что такой тёлки хуй сыщешь, блядь, я так думаю. Ну чё, нам долго мы будем ещё идти-то, блядь? Давайте побыстрее. А то что-то мне не очень охота смотреть на эти трупы. Тёлка, помогай давай. Без брони, сука, прям так идем нахуй. Без всякого бронежилета. Почему бы и нет, действительно. Так, вот какой-то домик тут есть, но он меня не особо впечатляет. Так, какая-то стенка, видимо, тут все хранит. Придется нам всю тюрьму разъебать, как всегда. Так, давайте пока на паузу пойдем. Как подойдем, уже будет экшон, я включусь. Хотя, знаете, пока я иду, я тут подумал. Вышки же с охранниками, она же не одна. Их же много, почему нас никто не может убить? Вот тот же чел, допустим, которому там он.
Видите, всех прямо на понт берем. Чувак прицелился какой-то. Еще один. Ну, нас могут вообще на изи убить. Походу мы реально какую-то жесткую шишку, блядь, схватили. Оружие на землю. У них он пушка, как они на землю-то, блядь, все вынесут. Так, ну ладно, катсцена. Блять, кого? Что все стоишь, ждут-то, блять? Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11, 12, 13. Давит на душу, психологический ход. Сисика, чего у них, блядь, за дурьма такая сисика называется? Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Bring that asshole out here, you bastards! Come on. Че, всем похуй, что ли, на него? I don't wanna die. Во, несут. О, пацик, нормально. Воу, это что, действительно так просто делается? Хорош! Блять, да! Сука, бежим! Убивать будем! Можно было, но я не хочу! Сука, прячемся, давайте стрелять! На, нахуй, бошку! Во, учитесь, блять, пацаны! У меня опыт-то какой уже, огромный опыт уже в стрельбе! Сука! Так, давайте винтовку, так быстрее будет! Опа! Хорош, кстати, хорошая штучка! Горячая штучка! Хорошая! Чего пели, ели такие? Да бля! Сука, вот я не люблю такие моменты, но они довольно забавные. Бежим отсюда, нахуй. Все, давайте, действительно. Кстати, у меня обычной винтовки нет, к сожалению. А, болтовая есть, неплохо. Блин, да. Ай! А, все, убегаем отсюда. Хорош! Главное, что его не завалили, это уже круто. А ему пушку-то выдали какую-нибудь? Да, у него пистолет здесь, отлично. Хорош! Погоди, это не тот чел, который. Это, походу, тот чел. Блять! Как так все резко произошло, я даже не успел немного прочувствовать это. Давайте контрольную точку, почему бы нет. Так, ладно, пока пропустим этот момент. Так, все, я вернулся на это место, я вот такое укрытие из коробок нашел. Буду, думаю, в нем сидеть. Хорош, ну так понемногу убиваем, продвигаемся, в принципе. Давай, перезаряжай болтовую винтовку. Старая, сука, заебала меня. Так, может, мульштук, я думаю... О, личный дробовик. На, хорош, нормально. Так, а может быть все-таки муштук будет попроще. Хорош. Погнали. Так, у него винтовка, но мы тоже возьмем винтовку. Вот это она помощнее просто. Перезаряжается просто очень долго. Не люблю перезарядку. По полям, нахуй, сука, по полям, блядь. О, вот тут уже лучше муштук брать, потому что он мобильный. Хорош, одного попали. Блядь, попали тоже по нам. Хорош, еще один готов. Они нас хотят в ловушку, полицейскую засаду завести. Хорош, попал. Давай. Блять, сука, заебали. Хорош, попал. Сука, бежим. О, засада, еще одна. Тихо. Да заебали уже, реально. Копы, вот сколько у нас, сколько серий, уже постоянно за нами копы, постоянно только гонятся. Им самим-то не надоело нас стрелять, потому что мы их всех разносим потом. Бля, в лошадь попал. Лошадку немного жалко, но все-таки чувак охуел немного, который на ней находится. Штрудель, я бы сказал, вот кто. Блять, ты охуел, что ли, мужик, ты че ко мне-то лезешь? Я вообще-то не из таких. По башкам просто. Все, погнали. Блять, надо лекарство выпить мне. Сопроводить Сэнди к лодке, короче. Сэнди. Блять, Джон, бедолага, вообще, ему нужна помощь. Да заебали уже. Так, тихо. Я все-таки винтовочку возьму. Блять, попали прямо в лицо. Выбивай бутылку. Красавчик, с тоником. С джином и тоником бутылочка. Так, вот наша лодка, отлично. Камон, все, забирайтесь, пацаны.
Да ладно, что там? Вроде не были ближе, но так как все-таки это игра, их все-таки решили. Да, чёлка, нормально. Блять, только бы пуля в голову ему не прилетела, тогда бы хорошо было бы. Так, сюда отстрелимся. Блять! Отлично, она мне свою винтовку дала, да? Нормально. Хорош, попадаю. Тут еще тоже есть. Хорош, прямо в голову попал. Так, все, приплыли. Что-то мы быстро как-то такой океан преодолели. Давай, нам нужно спасаться реально. Ну, наша миссия такова была, поэтому все-таки нам придется убегать сейчас. Да, конюшня. Твой дом родной, но, к сожалению, поделать ничего нельзя, вот такой вот он долбоеб. Ну ладно. Хотя он не виноват, что его схватили. Мы все-таки тогда ограбили банк. Блять, ты что ж с моей шпагли? Ты куда ты плывешь-то? В другое место. Да все, я здесь. Да, он еще по хази, короче, это немного, ну, скоробит, потому что он же следующим пошел. А, управление он не знал, кстати. Надо еще сказать, что еще одного чувака-то схватили. Там же, помните, когда мы на лодке, короче, на лодку хотели на корабль залезть тайком, там какой-то чувак с собой пожертвовал. Я оставлю вам серию. Да, и там пиздец тоже был. Да уж, Артурчик даже заболел немного туберкулезом. Кстати, можно поесть прямо во время того, как мы пиздим? Да, вот бобы я съем. Нормально, я хп просто хотел установить. Вдруг нас нападут сейчас еще раз. Я вот только не знаю, кто такая Молли. Это кто вообще? Это типа... Это... Жена Датча? Или кто это вообще? Непонятно. Странно, почему? Нет, хотя нет. О, да, он не говорил то, что он не хочет. Он сказал просто то, что нет времени у него. Он ебанулся просто, чувак. Забей. Артурчик сейчас самый главный. Да он ебанулся, у него крыша поехала уже просто. Вот именно. Это я. Хотя, хз. Может быть, это другой, может быть, это вообще Сэдди, он по ней в тайне, короче, на нее дрочит вечером, но, конечно, это мой фрукт, я хочу его сам забрать. Но, видно, не судьба, потому что в этой игре такого нет. Тут нет отношений вроде как. Я не слышал то, что там есть романтические линии или что-то в этом духе. Единственное, то, что вот эта вот тёлка у нас вначале была, но мы ее отшили. Так, ну вот наши. А вот и Джон. Давайте встречать его все. Выкриками и глазами. Да. Yeah. Опаньки. Да, мы же своих не бросаем. Как-никак семья мы. Так. Какой-то конфликт. Да бля, я не знаю, ну Джон, я как бы, я сейчас за Артурчика. И, конечно, понимаю давеча то, что он говорит о том, что это может быть опасно для нас. Он просто боится свою жопу. То есть раньше у него, как, что я вам хочу сказать, то, что сейчас давеча, он как бы очень сильно испуган.
Он испуган то, что его жопу могут убить раньше, как это было. Раньше нас, может быть, и убивали кого-то, но до дачи никогда не доходила эта тема. До дачи эта тема никогда не доходила. Сейчас он уже реально за свою жопу паникует, и поэтому все возможные вот эти, вот знаете, истории, в которых мы кого-то спасаем, что-то там делаем, он решает это на второй план. Главное ему свою жопу как бы спасти. Вот, и он предлагает поехать на Таити и все прочее, вот это вот. И, то есть, как-то избежать вот этой вот ситуации с встречи с копами, просто свою жопу защитить. А Артурчик же у нас фрукт совершенно другой. И, собственно говоря, все другие люди, они не поменялись. Они, у них одна и та же цель. Они хотят все вместе, всей семьей достичь успеха. А дальше ему как бы наплевать на своих друзей. Он как бы просто из-за того, что он психически такой человек устойчивый, ну, хотя, я бы не сказал. Такой, ну, у него, короче, много лидирующих качеств, я скажу так. И поэтому он как бы глава. Но все-таки, вот видите, тут какие-то конфликты уже совершаются. Все-таки Джон-то у нас важная шишка. Давайте смотреть дальше. Джон, ты мой брат. Ты мой сын. Я пришел for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They видите, он начинает выпутываться. Talking. And now they may come and hang us all. Блять, Артурчик, аж даже закашлялся после такого. Так, видите, вот волк у меня идет. Вот как мне говорили, типа, если хорошая концовка бы была, тогда бы у меня была лень. Я, честно говоря, не знаю, к чему все эти темы. Плохо ли то, что мне волк снится? Хорошо ли это? Че он на меня зыркает вообще? Может, мне его убить надо вообще? Тогда мне будет хорошая концовка. О, шляпу отыскал свою! Ха, хорош! Я давно ее не видел. Артур! Артур! О, sorry. I was miles away, thinking of, I don't know. Dutch said to tell you he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. Okay. Thanks, Mary Beth. Возможно, этот новый город, про который только что сейчас упомянули, будет нашим новым городом, в котором мы постоянно будем мутить какую-то тему. Ну, я думаю, на этом пока давайте закончим. Мы спасли сегодня Джона. Миссия довольно такая экшонная была в плане перестрелки. Тихо, тихо, не надо, не надо. Да... А. Да, сдача вообще пизда. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. У меня есть вдруг, и это ты. Френд-зона, приветик. Ну, хотя он, в принципе, не хотел с ним мутить. Вот. Но все равно, немного неприятно. Че, она, видите, она на своего мужа не полагается. Вся как бы весь клан, вся семья, она сейчас полагает чисто на нас. То есть Дачи уже считают сумасшедшим, остальные как-то особо сделать ничего не могут. То есть, видите, вот да, этот Джона засадили, кого-то там убили, кто-то там просто ничего не делает, ну, кто-то на подсосе, то есть он не может быть головой, он просто ведом, он привык выполнять приказы. Артурчик единственная кандидатура, которая более-менее адекватная. Вот, хоть у него и туберкулез, но все равно. Поэтому ладно, давайте на этой ноте окончим серию. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, также смотрите другие серии на моем канале и другие игры на моем канале. Их довольно много, там чекните и все прочее. А сейчас всем удачи, расскажу всем. Пока. Скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, делать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. А после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. А, во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть. Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету.
После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам, я забыл об этом сказать в видеоролике.